Здорово, народ, с вами Варчик, и в этом видео хочу с вами поделиться своим самым любимым танком на нынешнее время в игре, поскольку старые танки, которые игрались отлично и хорошо, играются уже нифига не отлично и не хорошо. Это британская восьмерка, тяжелый танчик, Кэрварнан, Кэрнарвон, Карнагибон, Конь, Лошадь, пони, самолет, вертолет. Вообще не важно, как он называется. И что мне нравится в этом танке? То, что этот танк дарит мне те самые ощущения, очень далекие на танке Объект 140, когда я еще начинал только стримить, некоторые еще, может, помнят, как я на нем катался, нагибал. Это был очень активный геймплей. Я ездил и в ближнем бою там бахал, лицо всем ломал, крутил, вертел, гусли сбивал. Короче, это было очень весело и бодро. Но после того танка я перешел на танки с альфой, и там уже геймплей был больше от позиции, и того бодрого веселья не было. Сейчас же этот танк не часто, но иногда приносит мне те же самые ощущения, когда в ближнем бою я разматываю просто тонны врагов, и это очень интересно, когда ты весь в напряжении, врагов много, и ты умудряешься всех их нагнуть, наказать. Используешь на ходу какие-то укрытия, придумываешь, крутишь всех, вертишь, и это вообще кайф. Непередаваемые ощущения. Самое интересное, что есть в картошке, это в ближнем бою сражаться с кучей врагов, и при этом, чтобы у тебя были реальные шансы их завалить, и ты им воспользовался этим шансом, и это реально кайф. Все остальное в картошке — это скукота и билиберда, вообще неинтересно. И всего вот этого неинтересного в картофане, геймплея вот этого скучного и нудного, его очень много. И найти ту самую изюминку интересную и веселую, ее очень тяжело. И на самом деле за все это время таких танков в картошке я встречал всего лишь два. Объект 140 лет 5 назад и сейчас британская восьмерка. Больше я таких танков интересных и веселых вообще не встречал. Ни разу за игру. Просто нету их. Как ни странно, но это факт. Может быть, конечно, есть еще танки похожие, интересные, либо еще какие-нибудь. Но ощущений таких, которые были когда-то давно, нету вообще. Ни на одном из танков. То танк какой-то только там от башенки что-то пукается, то танк какой-то там быстро ездит, но ничего не может, то медленно ездит, то в него только одно что-то там такое. Короче, какие-то дряхлые корыта. Этот же танчик может слегка бортом потанковать, может от башенки. И самое кайфовое, что у этого танка есть, это пушка. Пушка, у которой перезарядка 5 секунд, если поставить инструкцию на досылатель. Если поставить все модули забоны и еще инструкцию на вентиляцию, то КД будет 4,9. А если инструкцию на досылатель с боновыми модулями, то 4,8. Короче, скорострельность лютая. ДПМ 3500 примерно. Пробитие хорошее, точность. Сведение там что-то 2 секунды или 1,9. Просто пушка огонь. Но у пушки есть минусы. Хоть она и точная, и у нее хорошая стабилизация, чтобы свестись до конца, придется подождать. Хоть и сведение написано, что очень быстрое, на деле оно не таким уж и быстрым выглядит. Ну а самый большой минус этого танка, это, наверное, то, что в НЛД вылетает боеукладка только в путь. Ну и минус, который не для меня, а для слабых игроков, это медленная скорость полета снаряда. Конечно, этот минус и для меня минус, но брать упреждения больше для меня не проблема. Но опять же, это все равно неудобно. Особенно, когда ты стреляешь по всяким рельефам и прицел перекашивает хрен пойми куда. Если бы снаряд летел быстро, прицел бы так сильно не косило. Так что это все равно можно записать в минусы. Хоть и для меня это такой беспонтовый минус. Конечно, хотелось бы в картошку играть на многих танках, но, как обычно, находится только парочка или один танк, на котором можно реально нормально поиграть в эту игру. И ты готов на таком танке играть тысячами в картоху и ни о чем не париться. Жаль, что таких танков в игре очень мало. И найти их крайне тяжело. Поскольку тебе нужно перепробовать кучу всего. И найти тот самый танк, который подходит под твой геймплей. И чтобы ты все рвал, нагибал и тебе нравилось. Я, в принципе, нашел такой танчик. Жаль, что я его не нашел раньше. С вами был Варчик. Играть красиво. Пока.